ну тот район я резко посещаю, я не поехала, это походу там что-то было вообще. А мы доехали до Кулецкой, там человек проколол третий раз колесо подряд. Вот, и как бы... Можно, конечно, здесь повернуть, но мы сейчас по хорошей дорожке доедем до леса, потом... Просто сказал, мы сейчас доедем до озера, до церкви, будет обед. Пока мы ждали там, что надо колесо поменять, ага. Леха Данилов как раз. Ага. Вот. Они там же на берегу речки расположились, сидят, хомячат. Ага. Мы на мосту постояли, постояли, поняли, что обеда уже не будет. Ага. Думаю, блин, дальше тяжеловато. Он говорит, туда еще километров 20, ага. Потом обратно. А туда-то уже куда доехали? Да, Ивановского села. Ага. И мы туда не поехали. Я там все детство провел, мне как-то было неинтересно. Вот это первые нормальные относительно. Вот это, кстати, есть на карте уже, вот эта фигня. На спутниковых снимках. То есть достаточно давно, получается, выпахали. Да. Наверное, еще одна деревня. Что-то я здесь собираюсь. Больше похоже на какой-нибудь закрытый поселок. Потому что дальше сейчас будешь железной дорогой, там газ-то идет. А в дом никого не заходит, нифига. Здесь классно, вот сейчас дальше там будет. Там еще пруд. Пруд это который озеро или другой какой-то? Вот уже здесь я лично уже раньше собирался. Еще проще какой-то. Скворечники везде прибиты. Скворечники прибиты не первые. Уже несколько там было скворечников. Нам надо вот как плохо без спутника навигации, да, иногда? Ну мы сейчас тут упремся в железку. В железку, да. Нам, ну мы можем, конечно, не по железке, потому что. А мы там от нее потом не вернемся. К дачам-то. Ну, точнее, вернемся, нам придется подбор карьера ехать. Железка дорога такая не очень хорошая. По железке, точнее. Песок. Вернуться. И там была такая средней паршивости дорога налево. И по ней поехать сюда. Потому что мы сейчас. Там придется по железке большой крыль делать. Брат, машинка впереди. Можно и подать сейчас. Ты велик убери только. А, оп, еще и машины есть? Да. Еще машина едет. Белый, что ли?
хорошем состоянии. Значит, здесь мы можем увидеть сразу три гриба. Они все съедобные, но брать плохо, хорошие. Это не первое. Да, это рябовка фиолет. А вот зеленая и серая без вно, абсолютно. Ага, хорошо. Вот даже если удачно так бы собрать молодые хорошо готовить, прям будет хорошо. Давай пополам, а потом еще одну будет. Какая красота. Вообще как. Они растут прямо у деревьев, то есть надо подходить к дереву и вокруг него обсматривать. Не всегда у деревьев. Мы сейчас собирали прямо на поляне, прям вообще вот вамху до кучи. Очень часто около деревьев. Ну да, часто около деревьев. Ну вот, например, вот. Ага. Понятно. Смотри, какая прелесть наша. Они вот тут при этом в этом хуке. О, здесь кто-то уже тоже. Такая прям. Да нет, они новые, свежие, они только выросли. Вон. Вот. Это что-то. А, это вы. Бери. Я не повезу их. А просто дома еще можно делать. А у меня дома, блин, вот такая вот рода антенна. Ну что, все оказывается, только делать, я могу. По дереву. Это тоже маленькое не растение. О, нифига себе. Вообще. Прямо вот из дерева? Их тут вообще. Да я говорю, их вообще такой. Тут 15. Я хочу рыбного.